Мы в школе Аристотеля на полуострове Афон. И здесь нам преподают основы восприятия. Обман зрения. Что ты делаешь? Смотри. Здесь, вот, сейчас, вот, если мы посчитаем, сколько колец. Раз, два, три, четыре, пять, десять, да? Вот. И при вращении, они как бы дают отпечаток. Вот, тех колец, которые мы имеем. И получается... Восприятие обманного зрения. Вот, центр как бы не перемещается, а все остальное вот в том объеме, котором мы имеем, посчитали мы, да, 10, вот в том объеме они и выражены. Они все одну и ту же функцию выполняют с разными формами. Вот так мы учимся в школе Аристотеля. Приезжайте к нам в Грецию. Да, Аристотель, между прочим, вот на этих вещах и обучал своих учеников. Ну, сейчас спросите, да, скажете, что вот такие были. Может быть, здесь сейчас усовершенствованы они. Но тогда вот ту форму, которую мы сейчас с вами видим, ту они имели во время Аристотеля.